Еще хочу показать вам всем семена шишки. Туи западная отличается от туи восточной. У туи западной вот такая вот шишка. У туи восточной вот такая вот. Вот сдираем ее. И в каждой есть семена. Семена вот так надавили. Ну, тую восточную можно будет собирать попозже. Вот они вывалились. Если можно видеть вот эту вот шишка. Вот семена туи западной. Вот семена туи восточной. Любой туи западной. Будь то колоновидная, будь то шаровидная. Туя западная имеет вот такие семена. А туя восточная имеет вот такие шишки и такие семена.